я выражаю протест, изумление, и одновременно, Ваша честь, неописуемый восторг в связи с действиями нашего уважаемого ответчика. У нас вчера был процесс, на котором вот, как бы, вот всем было стыдно. Мне кажется, было стыдно и сотрудникам, и нам было стыдно за них, и судье было стыдно, потому что она во всем этом участвует, потому что вчера в процессе, когда нам нужна была важнейшая видеозапись, которая полностью изобличала незаконные действия сотрудников ФКУК-6, они пришли и сказали: вы знаете, у нас вот скачок напряжения, и видеозапись пропала. Им было стыдно, но сегодня они пришли и повторили это себе. У нас вновь есть видеозапись, которая прямо указывала и была важнейшим доказательством суда о их незаконных действиях, и что происходит, они приходят и говорят: вы знаете, у нас их прикопировали, все пропало. Ну, Ваша честь, знаете, вот иногда люди, когда они маленькие, они приходят в школу и говорят: я не сделал домашнюю работу, потому что ее съела собака, или кошка, или еще что-то, или бабушка ушла и унесла, или наслили компот или варенье. Не сделал домашнюю работу. Но можно сказать так раз, можно сказать два, но почему? Два офицера в СИН, один из которых мой полковник, седой. Ну не стыдно вам вообще, а? Ну просто вот они приходят второй день подряд. И их оправдание заключается, что видеозапись пропала. Кошка съела домашнее задание. Поэтому, да, я поддерживаю ходатайство о приобщении, но я выражаю протест на действия ответчика. Я надеюсь, что суд все-таки захочет разобраться в фактах таинственных пропажи видеозаписи, просто каждый раз. Спасибо.